Да, вот такая мелодия была проиграна. А, еще не все. Ага. Так что вот такая мелодия, господа, была нам проиграна. О, там высунулся монах в окошко с бокалом и смотрит на нас. И опять окошко закрылось. Ага, молодец. Цумволь, то есть за здоровье ваше. И за ваши, уважаемые друзья. Мы подошли ближе к этим часам, они вот там наверху. Здесь находится Альфредс Брунен, это источник Альфреда. Ну тут видите, даже кнопочка, не знаю, он действует или нет. Нет, он не действует. Ну, как-то на нее люди нажимают, видишь, она даже как-то поблескивает. Может быть, когда тепло. Может быть, когда тепло, да. Ну и тут вот такие сразу предлагаются вина местного производства. Бюргершпиталь я вам как-то показывал. Такая типичная форма бутылки франконского вина. Вот ее подарочный вариант, написано Вюрцбург. Тем, кто любит сухие вина и полусухие, а это, в принципе, это качественное вино. Вот такой вход в церковь красивый. Вот это заведение, то есть этот госпиталь гражданский, был основан в 1316 году благородной фамилией, которая была, жила в Вюрцбурге, Штерн. Вот сюда
вот это все было основано в 1316 году. Вот такие живописные ворота. Вот такой один из типичных двориков нашего города, особенно в центре. Здесь много всяких исторических мест, в принципе, их содержат в надлежащем порядке, нормальном. Вот. Так что это все, видите, основано в 1316, ну да, в этих пределах. Такие интересные детали кованые. Это видно для чего-то здесь. Это скоба. Ну, может быть, да, какое-то практическое было применение. Вот такая интересная группа скульптурная. При кирхе, ну то есть это церковь здесь. Видите, все культурно, бутылочки. И даже бокалы. Да, в общем-то, винишко люди выпивали недавно. Сейчас, правда, закрыто из-за карантина. И сюда складывали. Вот такой церковный дворик, можно сказать. Видишь, а это здесь кирха вообще была даже основана. Госпиталь был основан в 1316. Да, видишь, а здесь кирху, видно, основали в 1730. О чем мы видим из этой надписи. Видишь, ее вот недавно реставрировали, позолотили. Вот мальчик стоит на змее. А змей-искуситель изображен в форме вот такой змеи, ну, в образе. И у него яблоко, да. Яблоко. Вот оно. Яблоко, которое явилось причиной изгнания из рая Адама и Евы. Вот такая интересная вот шпиль. Шпиль 1718 стоит. Да, сейчас отойду, конечно, чтобы был общий вид. Вот так выглядит этот церковный двор. Палатки вообще здесь не было и не будет, потом просто тестируют. Палатка, ты видишь, там ресторан. Был, да. Ну, может быть, она несет сейчас какое-то медицинское. Ну, в принципе, вы знаете, там здесь. Это тестируют, да? Заведение. Угу. Видишь, какие интересные здесь вот эти ящики, видишь, это, оказывается, для использованных бутылок. Потому да. что здесь ресторан очень популярный. Ну, который тоже сейчас не работает. Но я думаю, все-таки все вернется на круги своя. И все. А ну-ка давай туда пойдем к тем нишам. Угу. Это окна. Там, видишь, какая-то выставка. Да, но туда же не зайдешь сейчас. Почему? Бутылками виноградными. Угу. Вот такой дворик. В принципе, таких двориков
Здесь немало, надо будет как-то потихонечку обходить. Опять часы. На память о Михаэле де Леоне, да, который жил здесь в 1300 по 1355 год. Яков фон Левен. Яков фон Левен. Он здесь в 1336 году был. Да? Угу. Ясно. И вот мы выходим на Айхорнштрассе, это улица, Беличья улица, Айхорн. Да, Айхорн, да, Белочка, да. Одна из старинных улиц. А может это и Земельштрассе, да? Да, это Земельштрассе, вон написано. А, ну да, я извиняюсь, да. Немножко неправильно. Окна красивые, но эти витражи можно увидеть только изнутри. Да, да. Вот так вот кусочек. А вот такие ворота. Кусочек февральского дня. Видишь, показано, как люди обрабатывали вот эти виноградные лозы. Ясно, вот там замок видно. Ну что, мы продолжаем свой путь. Тоже старинная куколка. Старинная. Видите, какая подставочка. Прелесть. Все целое, ручки целые. Такой Орликино. Он тут не один. Что-то голова немножко побаливает. Она расклеить ее можно, она просто немножко раскалывается. После бурных возлияний. Вот в полном смысле, ребята, видите, раскалывается голова. Опа, тихо. А этот Орликин ничего, у него пока голова еще ничего, более-менее. Немножко подкрасить, но он ведет более трезвый образ жизни. 15. Какой потрясный. Красивый. 7,50. Просто прелесть. Высокий, кстати. Это Италия, ребята. Прелестный. Пятьдесят тоже красавец.
тоже классный. Красивая, с подставочкой. Это 9. Девушка, орликин, очень красивая, посмотрите как. Коллекционные тарелки, видите, номер Bradex, но это фаянс, 850 штука. Английские. Классная коллекционная тарелка, 89-й год. Английский сервиз, керамический, классный бокал, но он здесь и стоит рублей десяточку стоит.